ученики нашей школы универсальны. Умудряются учиться сразу на нескольких отделениях. И сейчас мы услышим дуэт в составе исполнителей, которые мы уже видели в ансамбле скрипачей. На сцене Остапенко Даниил и Остапенко Никита, вас преподавателя Баринова Людмила Ивановна. А услышим в их исполнении мы один из самых известных танцев композитора Валерия Гаврилева, танец Тарантелло. Это фрагмент из его балета «Анюта». Тарантелло – танец очень популярный в Италии, танец, который, в общем-то, стал популярным в Европе. И рассказывали об этом танце самые разные легенды – от страшных до смешных. Одна из самых распространенных легенд об этом танце связана с полком Тарантула. Говорят, что его укус смертелен, а точнее укус этого паука заставляет человека впасть в спячку. Для того, чтобы яд не проник в его кровь, человека, укушенного пауком Тарантулом, заставляли танцевать, вертеться так быстро, так долго, чтобы вместе с потом яд вышел, ну или чтобы он не уснул. А другая легенда мне нравится больше. Говорят, что этот танец итальянки заставляли танцевать потенциальных женихов, тех, кто сватался. И вот кто выдержит, кто не устанет, не упадет без сил, того с тобой выходили замуж. Ну, судите сами. Мы слушаем Тарантеллу Валерия Гаврилева. Oh!